только музыкальные, но и художественные поставления. И мы приглашаем на эту сцену художника из Екатеринбурга Пабло Эскобара. Встречайте! Степан, я надеюсь, ты сейчас смотришь. Уважаемые дамы и господа, да, спасибо, я вижу тебя. Уважаемые дамы и господа, уже стало доброй традицией, что на день рождения Степана Меньшикова приезжает огромная банда из Екатеринбурга и дарит ему свои творческие подарки. А в этом году так получилось, что в Екатеринбурге пробки, дороги, никто не успел, приехал практически я один. Степан, я вот 2 недели назад услышал от тебя немножко о твоей мечте. Мечте построить собственный дом, в котором будет обитать твое семейство. И я представляю тебе картину, которая может сейчас для тебя открыть эту мечту. Твой собственный летящий дом. И немножко ханты-мансийского снега, если ты понимаешь. Друзья мои, этот дом, который летит в мечтах Степана, надеюсь, когда-то приземлится на землю и станет настоящей обителью счастья, любви и творчества. Степа, с днем рождения! Спасибо! Пабло Эскобар со своим летающим домом. А буквально через несколько минут вы станете свидетелями прекрасного шоу.